Вот сегодня будет обзор кафе на самом краю земли, на краю земли. Наверное, самый сложный обзор. Почему? Потому что вот на такую тоненькую книжечку, вот такую, сколько здесь? 157 страниц. Сейчас расскажу сначала про книжку. Вообще нашел ее чисто случайно, пришел купить на Авито, даже за 100 рублей. Причем мне девушка сказала, я вам ее дарю. Я такой, ну, как бы 100 рублей договаривались, я ее все-таки отдал. И потом думаешь, блин, почему так люди делают? И вот книжку, ну вот кто на нее находит, наверное, не просто так находит эту книжку, либо случайно, но это как бы находка. Что здесь написано, я прям зачитаю. Мировой бестселлер, изданный миллионами тиражами, переведенный на 30 языков, 10 лет в топе продаж в Германии. Я прочитаю, потому что все-таки не хочется спойлерить. Вместе с главным героем вы пройдете короткий, но полный удивительных открытий путь. Путь к самому себе. Каждому из нас необходимо хоть раз остановиться посреди суеты и тревог современного мира и ответить на главный вопрос, почему я здесь, понять, что действительно значимо, увидеть цель своей жизни, двигаться к ней каждый день, ощущая себя счастливым. В общем, очень необычная книжка. Она, во-первых, очень тоненькая. И сначала про книгу. Здесь переплет, ну, он такой твердый. Ну, как гибкий, но я бы не сказал. То есть, скорее всего, твердый переплет. Страниц здесь там 147-157. Написано вот здесь вот очень крупно. Вот так вот прям. Вот крупно. Я читал ее 3 дня. 3 вечера. И, блин, вот когда я начинаешь читать, сначала интересно, думаешь, как какой-то фильм. Вот у меня почему-то представляется, что можно было по этой книжке прям снять какой-то фильм, не знаю, даже там на полчаса он бы был, наверное, каким-то шедевром. И вот про то, как, в общем, человек едет в пробке, потом он там сворачивает с дороги, и у него остается мало бензина, он останавливается у кафе и просто приходит там, заказывает поесть. И вот как бы общение его с официантом, там, с гостями кафе, с директором кафе, в общем, с другими людьми. И тут интересно, там, про меню немножко такой мистики. Какие вопросы там люди себе задают. И вот он общается просто с официантом, и вот этот вот диалог такой необычный, и вопросы, которые там написаны еще в меню, да, написаны вопросы, очень такие интересные. И плюс вот эту книжку просто сидишь, читаешь, задумываешься, и реально там, ну, человек потом выходит после общения, там уже, по-моему, утро настало, то есть практически вся ночь у него прошла. Но я думаю, вот когда читаешь, как фильм, представляешь себе, это будет круто. И тут вот есть такие важные там 3 вопроса, которые человек должен себе задать. И, блин, не хочется все рассказывать, думаешь, блин, надо это, конечно, прочитать. Но вот эта книжка клевая, здесь даже, наверное, может быть, перечитаю, и какое-то время еще там перевариваешь. Ну вот, интересно. И что самое прикольное, еще в конце, когда книжка заканчивается, здесь есть типа эпилог, и в конце вот вопросы для размышления. То есть ты когда прочитал книжку, во-первых, у тебя там начинают шевелиться извилины, и в конце еще вопросы для размышлений. То есть тебя автор спрашивает, а почему он ответил на это, а почему ответил на это. И ты начинаешь думать, блин, не так просто, короче, на все эти вопросы ответить. И в самом деле очень, очень обычная книжка. Понимаю, почему вот он бестселлер в такой интересной форме подан, немножко там с мистикой, с юмором. Но вот это вот очень классная книжка, не зря называется бестселлер. И в такой вот маленькой книжечке столько как бы размышлений, такая плотность контента. Думаешь, блин, был прикольный фильм снять или самому. Ну, прям хочется, чтобы было вот как американское кафе, там вот этот вот дайнер, да, красные диваны, хром стулья. Ну, очень прикольно, очень атмосферно. И вот ее прочитать стоит. Вот это прям очень классная книжка, мне очень прям зашла. И вот не спеша я как раз читал, чтобы там все переварить, впитывать не спеша. Как бы нужно время, ну, самому с собой сидеть и ее читать, переваривать. Поэтому у меня ушло 3 вечера не спеша. Не знаю, у кого как, но я еще удивился, что, ну, такой маленький, маленький текст, крупный шрифт. Думаю, сейчас я ее жахну. Ага. Ну, в общем, он того стоит, не зря называется бестселлер. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь. Вот реально классная книжка. Я думаю, каждый в своем возрасте к ней придет, но очень интересно. Поэтому вот всем рекомендую ее найти, почитать. Ну и лучше, наверное, в бумажном формате, чем в электронном. Не знаю, есть она в электронном или нет. Но кто его читал, напишите свои отзывы. Интересно будет послушать мнение других.